Привет. Тут Секьюрем К3. Ну, К3 бываю с разным профилем, насколько я видел. Вот это с профилем вот таким. Секьюрем К3 и Матура Project Viper. На Securem волна бывает, наверное, пару вариантов волны есть, может больше. Ну, в дальнейшем, я думаю, сделаем еще импрессионный инструмент с разным вариацией волны. Матура очень много вариаций волны, поэтому здесь будет только силовой инструмент. В общем, силовой сверт работает и на Securem К3, и на Matura Viper. Сейчас будем пробовать. Фольга 0,6 листовая. Я уже сделал форму в фольге. Ну, как обычно, вырезаем полоску широкую, делаем на обратной стороне форму и потом перекладываем на рабочую часть. ВД-шку использовать не обязательно. Но желательно. Вставляем обязательно до упора. Задавливаем туда до упора. И сначала не очень сильными нажатиями, потом сильнее и сильнее. Пробуем сворачивать. Начинаем не очень сильно, ну, чтобы фольга собралась. Совсем легко пошел, короче. Теперь Секьюрем. Попробуем ключ. Ну, я думаю, ключ работать уже не должен. Да, ключ уже не работает. Секьюрем К3. ВД-шка не обязательно, но лучше с ВД-шкой. Ну или какой-то аналог ВД-шки. И фольгу тоже надо нормально делать форму. Ну, чтобы она хорошо каждое ребро, чтобы форму держала. До упора. И начинаем потихоньку. Ну, тут вообще очень легко. И так как очень легко свернулся, то, скорее всего, и ключ останется рабочим. Пробуем ключ. Да, ключ работает без проблем. Попробуем еще один. ВД-шка.
Начинаем потихоньку. Очень легко, ну, по сути, он даже ничего не ломает. Он открывает как импрессия. Причем, я так понимаю, здесь тоже ключ остался целый. Пробую ключ. Да, он работает. Ну, 2 цилиндра. Вскрыты, как обычная импрессия. Так что у нас получается, если мотору он больше ломает, то Секьюремы К3 он, в принципе, открывает, по сути, вчистую. Цена будет на сайте, телефоны, ссылки. Все будет на видео. Пока.